Всем привет! С вами канал Еда на любой вкус. Сегодня я хочу приготовить классический салат, который называется мимоза. Рецепты других салатов можете посмотреть на моем канале. Итак, какие продукты понадобятся нам сегодня? 4 средних вареных картофелины и также 2 средние вот такие вот морковки вареные. Репчатый лук, 1 головка, вареные куриные яйца, 4 штуки, немного соли, любая консервированная рыба в масле. У меня это тунец, вы можете взять сардину, сайру, все, что будет для вас доступно. Немного майонеза, и для украшения у меня будут листья салата. Репчатый лук нарезаем не сильно крупно и зальем его кипятком на минут 7 или 5. Если у вас сладкий лук, то этого делать не нужно. Картофель, морковь и яйца мы очистили. Воду, которой мы заливали лук, мы ее слили и немножечко сам лук отжали. Рыбу достаем из масла, масло нам совершенно не нужно. Выкладываем ее в тарелку и хорошенько разминаем вилкой. Теперь можно собирать салат. На тарелочку я выкладываю листья салата. Первый слой у нас будет из картофеля. Картофель я натираю на крупной терке. И теперь я постараюсь красиво это все выложить на тарелку. Выкладывать можно с помощью специального кольца, но у меня его сейчас нет, поэтому я буду делать это с помощью своих двух рук. Хорошо посолим картошку, так как мы варили ее не в соленой воде, поэтому ее нужно хорошенечко посолить. Теперь смажу этот слой майонезом. Следующий слой у меня будет состоять из рыбы. Поверх лука укладываю аккуратненько белки. Немножечко посолим белки. И смажем майонезом. Следующий слой из моркови. Морковь я хочу натереть на мелкой терке. Укладываю слой моркови. Присолим чуть-чуть морковь и смажем немножко майонезом. И теперь желтки натрем на мелкой терке и аккуратно засыпаю верхний слой. И теперь сверху еще посыплю тертым желтком. Ну что ж, вот такая мимоза, которую мы выкладывали вручную, готова. Такому салату нужно постоять в холодильнике, чтобы слои хорошенечко пропитались. Мимозу я собрала, получился такой домашний вариант. Немножечко неровно, но ничего страшного. Вот такая красота у меня получилась. Сделайте себе праздник, приготовьте такой салат. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые рецепты. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите ваши комментарии и до скорой встречи. Пока!